Тимофей начал принимать активное участие в олимпиадном движении, еще будучи учеником средней школы. Шаг за шагом ученик гимназии номер 6 поднимался выше, совершенствовал свои знания, уделяя много времени подготовке к интеллектуальным состязаниям. Сегодня он призер Всероссийской олимпиады школьников по обществознанию. Наверное, своим достижением я обязан, во-первых, конечно же, родителям, маме, учителям, которые мне помогали в этом, ну и, конечно же, координаторам и сотрудникам платформы «Взлет», на которую я неоднократно ездил. Единый день подготовки к участию в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников в округе проводится уже не первый год. Прошли отбор более 200 ребят, и вот они собрались в корпусе гимназии номер 2 на улице Заречной. Очень отрадно знать и видеть вот этот блеск в глазах, то стремление к получению знаний не только школьной программы, но и далеко за пределами школьной программы. В округе уделяется большое внимание интеллектуальным состязаниям по разным предметам. Так, в начале учебного года в Щелкове стартовал муниципальный проект «Образовательные субботы». В разных образовательных учреждениях раз в неделю проходят факультативные занятия. Муниципальная сборная готовится к участию во Всероссийской олимпиаде школьников. На уроках разбираются наиболее сложные задания прошлых лет, а также материал, которого нет в школьной программе. Учителя, профессионалы делятся своим опытом, своими наработками и дают зеленый свет нашим детям прекрасно выступить, достойно выступить на региональном заключительном этапе. Ну и, конечно, мотивация наших детей. Большую помощь в этом нам оказывают сами школы и родители. Единый день подготовки дает школьникам возможность приобрести знания, почерпнуть что-то новое, услышать полезную информацию от опытных педагогов. Это те педагоги, которые неоднократно уже выводили детей на региональный этап, имеют большой опыт подготовки олимпиадников. В программе 7 школьных предметов. Состоялись мастер-классы по праву, русскому, немецкому, английскому языкам, физической культуре, географии, а также обществознанию. Анна Балиет, Сергей Максимов, Щелковское телевидение.